Представляем вашему вниманию автокресло Weldon Royal Baby Classic, предназначенное для детей в возрасте от 9 месяцев до 5-6 лет, весом от 9 до 25 килограммов. Давайте посмотрим, как им пользоваться. Чехлы кресла съемные. Их можно постирать при температуре 30 градусов вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками легко расстегиваются при помощи кнопки посередине. Чтобы ослабить ремни, воспользуйтесь кнопкой в передней части кресла. Вот таким образом. Чтобы подтянуть ремни, используйте дополнительный ремешок спереди. Ремни можно отрегулировать по высоте в зависимости от роста вашего ребенка. О том, как это сделать, вы можете узнать в прилагающейся инструкции. В комплект также входит мягкий съемный подголовник для малыша. Наклон кресла регулируется в нескольких положениях при помощи клавиши в передней части под сиденьем. Вот таким образом. Давайте посмотрим, как установить автокресло в ваш автомобиль. Данное автокресло устанавливается по ходу движения автомобиля при помощи штатного трехточечного ремня безопасности. Есть два способа установки кресла в зависимости от веса и возраста вашего ребенка. Итак, первый способ установки подойдет для детей весом от 9 до 18 килограммов. Это приблизительный возраст от 9 месяцев до 3-4 лет. Ребенок в таком случае фиксируется в автокресле при помощи внутренних пятиточечных ремней безопасности. Итак, для начала, для удобства установки, переведите кресло в максимально горизонтальное положение. Далее возьмите штатный ремень безопасности вашего автомобиля, сложите его вдвое и проведите между чашей и базой автокресла. Закрепите ремень в замке. Нижнюю часть ремня проведите по красным направляющим. Верхнюю часть ремня закрепите в специальном красном фиксаторе. Теперь обратите внимание на два фиксирующих стержня на спинке автокресла. Открепите нижний стержень и уйдите его. Таким образом, у нас появляется возможность отодвинуть спинку автокресла. Открепите верхний стержень и немного выдвиньте его. Заведите за него верхнюю часть ремня. Верните стержень в прежнее положение и закрепите. Закройте спинку автокресла и зафиксируйте при помощи нижнего стержня. Обязательно удостоверьтесь, что ремень достаточно натянут и не перекручен. Второй вариант установки подойдет для детей постарше, весом от 15 до 25 килограммов. Это приблизительный возраст от 3-4 до 5-6 лет. В таком случае внутренние пятиточечные ремни безопасности необходимо будет снять. Ребенок будет фиксироваться в автокресле при помощи штатного автомобильного ремня безопасности. Итак, возьмите ремень безопасности вашего автомобиля, нижнюю его часть проведите по подлокотнику и пропустите ремень через отверстие в сиденье, обозначенное маркером со стрелочкой. Закрепите ремень в замке. Верхнюю часть ремня проведите по красной направляющей в районе подголовника. Убедитесь, что ремень достаточно натянут и не перекручен. Перед использованием автокресла обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией.